Трибуны верхнего поля стадиона «Геолог» редко бывают заполнены под завязку. Матчи дублеров не могут собрать здесь аншлаг, а Евгений Савин может. Ведущий Первого канала 8-й год подряд проводит в областном центре детско-юношеский турнир, который является частью всероссийского проекта «Большие звезды светят малым». Организаторами являются выдающиеся футболисты и тренеры. Логично, что в нашем регионе проект курирует отыгравший не один сезон в элите российского футбола воспитанник тобольского Иртыша. Да как это может надоесть, потому что я последние, не знаю, пару месяцев жду турнир, и даже несмотря на достаточно плотный график, я думаю, когда полечу в Тюмень, чтобы зарядиться детей вот этими эмоциями, потому что это действительно настолько чистый, настолько искренние эмоции, я прям по-настоящему кайфую, я рад, что наш турнир продолжается, что ему уже 8 лет, и я рад, что он набирает обороты и с каждым годом становится интереснее. За победу в традиционных состязаниях боролись 10 команд, в составе которых играли 9-летние мальчишки. Кроме местных ребят, свой футбольный уровень Савину демонстрировали и юные атлеты Тобольска, Камышлова и Елутеровска. В финале встретились первый состав Тюмени 2009 и местный же лидер. Основное время завершилось в ничью 1-1. Серия послематчевых пенальти победителям определила подопечных Константина Фишмана. Решающий 11-метровый реализовал Арсений Ушаков. У нас более лучший характер, чем у них. Мы за счет характера победили. Оба финалиста получили право принять участие в решающей стадии фестиваля «Большие звезды светят малым», который состоится в сентябре в Анапе и Новороссийске.